Сила Таноса! Шоу! Ханс, смотри, нифига он их распылил, да? Да-да, распылительно, все замечательно, распылительно. Да, кстати, друзья, ставьте прямо сейчас лайк, да. И в общем-то напишите, каким бы супергероем вы бы хотели стать. Да, ребятушки, вопрос весьма простой. Я уверена, что вы знаете на него ответ, поэтому давайте быстренько пишите в комменты. Ну а еще, короче, лайк поставьте и подписывайтесь на канал и жмякайте колокольчик. Кстати, ма! Вот моя, кстати, перчатка Таноса. Я ж Танос, я теперь ребенок Танос. Где мои камни бесконечности, ма? Ты куда их положила? Ма, я их не могу найти. Я не помню. Ма! Так. Ма, ты что, слышишь? Ты что, обалдела, что ли? Ты что творишь? Я дотронулась до твоей перчатки, и у меня заперсила появилась. Или это потому, что я, наверное, брала твои камни в руки и выбросила их. Ма, какого вообще? Ты что, обалдела? Камни в мусорку выкинула? Так. Ма! Не носи их, пожалуйста, они плохо на тебя влияют, понимаешь? Понимаю, ма, ну-ка. Блин, ну нет, ты. Ну, ма. Чё? Ну, чё тебе сказать? Ну, только без выкрутасов, ладно. Ну, ладно, ма, давай. Ма, я не знаю. А, нет, знаю, опа! О, нет, блин, опять головой потолок пробил. О, блин, всё. Ай, блин, ты меня выкинул. О, ма, смотри, реально, оп, пробиваю. Стой, стой, прекрати, да, остановись, ты, ё-моё. Оп, ма. Хватит, стой. Ну, всё. Всё, я так больше не играю. Ма, нормально же вообще? Ма, подожди, стоянка. Всё, ты идешь в садик, понимаешь? В садик? Ну, я... Да, все, ты идешь в садик переучиваться. Как это переучиваться? Вот так вот, да, переучиваться, чтобы ты больше не носил эту перчатку бесконечно. Ма, ну я Танос, короче, вообще, ну я за классный. Ага. Так, ма, подожди, ну-ка, опа. Ма, смотри, уже что-то вечереет, по-моему, в садик идти не надо. Ма, ты ночь идё... наступила, ну, все. Ну, блин. Не важно, что ветереет, мы идем в садик ночью, все, поехали. Ма, ну смотри, ночь на дворе, а садик не надо идти, ма, подожди. Быстро сел в машину, садись быстро. Быстро сел. Да, ма. Че ты удумал? Блин, а почему на тебя не работает, ну-ка? Че за фигня? Быстро. О! Быстро сел в машину. Так, все, я уезжаю. На. Догоняй, ма. Эй, куда ты уехал? Ма! Блин, я застряла. Ма, сейчас подожди, я тогда время верну, так. Возвращай, быстрый день, мы едем в садик, все, не обсуждается. Не обсуждается, ма? Не обсуждается. Ну ладно, так, а где мой мотик? Ма, где мой мотик? Вон он там, возле заправки. Отлично. Отлично, блин. Так, не смотри так на меня. О боже, Так, все, садимся. Ладно, не мам, шалить, погнали. Понимаешь, в садике не шалить, иначе выкинут. О, давай, ма, едь быстрее. Да блин. Ма, это классно, я ребенок Танос. А ты, получается, Танусиха. Сам ты Танусиха. Ма, ну если я Танос, значит ты Танусиха. Погоди, я забыла, где садик. А, вспомнила. Ма, я начну сейчас, короче, шалить. Ой, мам, не надо в садик, ну пожалуйста, но я за Танос, я должен, короче... Там уже все готово для тебя, ма, понимаешь, ну-ка. Я должен поработать галактики, я поработитель. Welcome home, как говорится, заходите, чувствуйте себя как дома. Прекрасно, ма, заходите, прекрасно. Не молчите. О, подожди, так. Слышь? Мадам! Мадемуазель вообще, а? Ты что творишь? Поставь ребенка на место, ты что делаешь? Тихо, мадам, ты здоровайся, да? Так, ну-ка. Ты чё, поставь детей на место, боже, что происходит? Короче, ну-ка, я тебя выношу отсюда, и ма тоже выношу. О, сразу двоих, круто. Так, я сейчас возьму и уйду, всё. Всё, вынес, короче. Я тебя вынесу. Ну-ка, дверь так, можно? Так, давай решай примерчики и вопросики, иди сюда. А? Какой непослушный ребенок. Ну-ка, иди сюда. Сейчас, подожди, ма. О, подожди. О, ну-ка, сюда или иди сюда. Так, сейчас будем решать, короче, примерчики. Табличек нет. Давайте без... Ма, у меня есть, все. Я же Танос, я умею таблички материализовывать. Давай. Так, сколько вам лет было 2 года назад? Друзья, вы понимаете, это вопросик дня. Пишите в комментариях, а это лучший подарок на день рождения. Лучше мой подарочек, ма, это ты. О, как приятно, правильно, пиши ты.
Да. Ну, зима, пижима. Ма, лучше мой подарок, короче, друзья. Так, вот так вот пишем, ма. Так, о, тут что, значит, что-то отгадывать, что ли? Да, угадай. Что это и что это, угадывай. Ну, ма, ну, это, короче, смотри. Так, сейчас, подожди, ну-ка, сейчас попробуем отгадать. Ну-ка, так, ну-ка, ну-ка, сюда, сюда или не сюда? Классные штуки. Ма, она исчезла. Так, подожди, в смысле? Ну, ма, видишь, тут ничего нет? Вот здесь. Поставь на место, поставь на место, на место. Ну, ма, я ничего не делаю. А, видишь? Что, подожди, а куда все исчезло? Ма, смотри, это не я, смотри, смотришь на меня, ма, смотри на этот, смотри, вон, видишь на шипике? Ты чё, ты уничтожил, что ли? Перчатка умеет стирать реальность, прикинь, ма. И как тебе? Ладно, как... все, я вот это отгадываю. Это, короче, магма. Ну, хотя бы это угадал. Не угадал. Так. Кстати, ма, смотри, сюда или не сюда. Смотри, смотришь на меня? Смотри, сейчас. Да. Яной. Оп. Нет, нет, вау, только сейчас. Нифига, круто, да, было? Блин, ты разнес просто весь детский сад. Кто за это будет платить? Конечно же, ма. Своими собственными кровными алмазами. Ну да, да, да. Да. Придется паркурчик потом проходить. Придется паркурчик. Ма, по-моему, это очень классно. Танос, иди, ма, следующий иди. Садик. Ну-ка, быстро. Следующий садик? Все, видишь, я этот прошел, и поэтому, типа, я его могу уничтожать. Танос, уничтожать. Танос, крусы. Так, заходи сюда, быстро. Тут котяра, Гискин, за Гискин, уже ждет тебя. Тихо, погоди, ну не погоди, не стреляйся. Смотри, угадывай, что это такое. О-о-о-о. Так, слышь, красненький, так. Красненький, отойди. Блин, такой классный. Короче, ты будешь моей правой рукой. А ты будешь моей левой ногой. Давай, угадывай. Слышь, моя левая нога, я тебя сейчас, короче, как-то кидаю. Эй, ну хватит, все, давай, так, ладно. Угадывай. И это, короче, это золотой алмаз. Солнечный. Да, ну, лунный. Да солнечный. Какой-то блестящий. Короче, световой алмаз. А это гаечный ключ, это гаечный ключ. Да, замечательно, гаечный ключ мне пригодится, как бы. И, ма, слышь? Не пригодится, я его сейчас сотру, смотри, ма. Ма, ну-ка, а у меня в ручках уже, между прочим, смотри. Сестер, так, а это сюрикен. Красненький, отойди, я тогда здесь вот напишу. Красненький, смелый, ну-ка, уйди. Сюрикен. Во, ма, сюрикен. Отлично, замачапный, забы-тяп-тяп-тяп. Иди сюда, так, ну-ка. Какую игрушку вы бы выбрали? О, подожди, тут Дэдпул, ангел и хакер, ма, хакер. Зомби-хакер, если что. Зомби-хакер. Ну-ка, ну-ка, его можно разнести? Не надо его разносить. Зачем его разносить? Хотя хакера можно разнести. Короче, я не знаю. Друзья, напишите, что бы вы выбрали. А я выбираю, наверное, Дэдпульчика. Я нет, тоже Дэдпул, я... наверное, он прикольный. Да, Дэдпул. Отлично, так, наверх поднимаемся. Наверх, так, залазим. Здесь у нас примерчики и еще один. Ма, ну я не хочу, я Танос, какие примерчики-то вообще? Давай, Танос тоже учится, понимаешь, уму-разуму, давай-ка, читаем. Да, мам, так, сейчас подожди, так, ну-ка, вот так. Что-то, не надо, пожалуйста, посидите. Ма? Нет! Папа! Нет, нет, я не хочу туда, пожалуйста, выкинь. Да, ну выкинь другие. Ну-ка, оп! Ма, просто в портал засунули, ма! Все, ты лишен конфет. Ма, ну не, ну ма, ну... Ладно, сейчас тебя достану, ма. Ма, ну выходи. Вечные. Ма, выходи. Выходи, ма. Я не могу, я застряла. Да? Да, у меня темный экран. Круто. Чисто ма в пустоту отправили. О, ма, кажется, там вылетела. Ма, заходи, ма. Я не могу. О, ма, ты выбралась, да? Да, я выбралась не одна, вместе со своим, как он там, гаечным ключом. Все, получаю, мордезом. Ну, ма, ну что такое гаечный? Так, ладно, сейчас примерчик надо решать. Короче. Ты же решил его вроде как. Или нет? А, нет, ты закинул меня в дыру. Побежай быстро. Так, 2 плюс 4 минус 3, так, это 6 минус 3, 3.
Правильно, троечка тебе сегодняшнее занятие. Так, ну-ка, еще один примерчик, быстренько решай. Так, сколько лет вы хотите про... Ман, что ты говоришь вообще? Да я-то знаю, что ты хочешь жить вечно, бесконечно, блин. Ма, вот знаешь, а ты не проживешь нисколько, так иди-ка сюда, ма. Я иду сюда, ты... Нет-нет, ты что... Только попробуй. Ма! Ты что, серьезно? Ты что, охренешь? Валя, как тихо. Лечеба. Стой, у меня всего лишь одно сердечко. Не шпехай меня, пожалуйста. Че, ма, обкекалась? У меня одно сердечко, у тебя есть мясо? Ма, ну я же Танос, у меня есть вообще все. Сейчас я его материализую, оп. О, офигеть. Я тебе могу, блин, мясо дать, могу курицу дать. Смотри, я материализовал вообще все, что угодно. А зачем нам тогда ехать в магазинчик? Ма, я хочу, чтобы ты мне купила, так приятнее. А, замечательно, отлично, окей. 4 умножить на 5 это 20? Так. И минус 7 это... Блин, ма, 20 минус 7... А, это 13. Ты шо? Ну так, что, слышь? Вопросик-то будет, не будет или что? Мам, слышь? Короче, ну ладно, друзья, напишите, но чисто ради ма, она вообще обалдела, так. Ладно, ма, пойдем. Ну блин, нет. Так, о господи, я слетела вниз, уходим отсюда, я больше не хочу в тот этот, короче, портал. Мне хватит полетов. Пойдем, ма, я тебя буду, короче, таскать. А, ну давай, нормально. Так. Удобно, кстати. О, удобно. Так, подобрали. Так, всех подбираем. Так. Не, подожди, поставь, кого ты там со мной подобрал? Никого, ма, погнали, короче. Так, а где наши тарантарички? Тарантарички? Не знаю, вон они стоят, вон, иди сюда. Хотя я же Танос, я умею как бы теперь с помощью, ну сейчас с помощью перчатки буду летать, ну-ка сейчас. Так, присаживаемся. Нам всё, нужно... Ма. Нет, садись на свою машину, короче, нам надо заработать, понятное дело, нам на паркурчик надо, быстро. Ма, я кусать хочу. Вот именно, чтобы... Ма, за мной, ма, за мной! Куда ты? Бэйби! О, нет, подожди, новая песня же Танос, ребенок. Танос! О, Танос! Танос! Ма, я забуксовал. Ты забыл слова? Замечательно. Нет, подожди, я забуксовал, не забыл слова. Давай. Ма, ты стой, я тебя сейчас съем, короче. А мы правильно вообще не... А, да, вот, верно. Ма, я всегда правильно еду. Блин, я опять заблудилась, ёлки-палки. Ма, я опять заблудилась. Ты всегда будешь... Блин, а ты можешь на мотике так объехать кусты, а я не могу. Слышь, ма? Чё? Ой! Так... Все, это война. Развязалась война. Всё. Ну, маленькому Евгеше конец. Ма. Развязалась война. Где же мои топоры? Достаёшь. Ну, Малина, пожалуйста, ма. Еще раз будешь так себя вести? Иди паркурчик проходи, быстро. Ты что, охренел реально? Стой. Жень, серьезно, я это нет, все, блин. Блин, я застряла, что за фигня? Ма! Где я застряла? Ма! Ма! Ты мелкий засранец! Ты меня бесишь прямо с утреца. Ма, клёво, да? Где мои эти? Ма, ты ищешь вот эту штучку? Дай сюда, мигай. Еще раз стрельнешь, ма, я вот, отключаюсь бери от игры, и оп, больше я с тобой не снимаю. Ма, вот да. Очень креатив, понимаете, ребят, насколько все. Понимаете, насколько нечестный этот маленький ребенок. Маша ощущает вообще тотальную несправедливость Таноса, короче. Ладно, ма, на, все. Вот. Танос засранный. Ма злая. Слушайте, друзья, я прям чувствую, ма очень злая. Я очень злая, быстро пошел в небеса. Ма, ну ты должна пройти. Быстро пошел в небеса. Быстро пошел. Ма просто максимально злая. Быстро, блин, по кубичкам. Чувак, ну так нечестно, давай по-нормальному. Ну я ж Танос, ма, я ж Танос, понимаешь? А мне пофиг, что ты Танос, понимаешь? Ты должен нормально работать, чтобы заработать, понимаешь? Вот так реально. Ма, я Танос, смотри. Ладно, пофиг, давай, допрыгивай. Не-не-не, ма, ты проходи. Танос хочет шоу, ма, проходи.
Вот там нас обойдется. Чисто разминочка, зарядочка с утреца. Ребят, кстати, напишите в комменты, а вы делаете зарядку с утра? Вот мать это делает, она хорошая, круче. Это хорошая дело. Мать делает зарядку глазами, она их так, сначала один открывает, потом второй. Все, тебе конец. Ну иди, забирай уже свой этот Танос, зазранос, быстро забирай. О, кстати, смотри, я же умею материализовывать валюту, смотри, ма. Тут было 15, да, сейчас будет, короче, 64, смотри, ма. Так. Сюда ко мне в кармашек, давай. Шип. Нет, ма, я же Танос. Все возвращается обратно ко мне. Ты, блин. Так, ладно, короче, идем покупаем покушать. Пойдем, ма, покушать. Так, все. У нас потому что ребятушки холодильничек пустой. Где наши машины? А, мы их там оставили. Ма, бэйби, бэйби, где они? А мы, в принципе, давай, они вон там, короче, возле заправки. Ну, по крайней мере, мое там. Да, они блин, там. Блин, ты такой быстрый, капец, а я такая медленная, как черепах. О, кстати, ма, смотри, смотришь? Да. Сила Таноса. Ой, ма, опять нечаянно тебя, короче, накернули. Я сказала, все, я исполнила. Ма, ну я нечаянно, да я вообще, ма, ну я, короче, чисто, ты на пути стояла, вообще, вон черную дыру. Мой, извини, пожалуйста. Танос больше так не будет. Еще раз извиняйся. Ма, вон тебя, вот видишь, кланяйся. Все, завершено. Поехали, короче, поехали. Бэй! Ты быть? Раз уж преклоняется перед матчу, че это, не пройдем? Ну, конечно же. Тогда можно еще побомбить маленько. Нет, один раз прощаю, второй раз порабощаю. О, неплохо, неплохо. Бэйби. Ты куда поехал, блин, в магазин? А, точно, нифига. А я в садик опять поехал. Ну, потому что ты глубич маленький. Майя, я умнич маленький. Да, эта перчатка высосала твои мозги, понимаешь? Ты вот эта розовая штучка, это твои мозги, ты ими стреляешь. Ма, смотри! Отойди тогда. Ма! Ой-ой-ой! Ты делаешь? Оставь покой магазин, нам тут еще закупать. Давай, вот, красотка. Чё? О, я хочу бекон, короче. Бекон мне, хочу козяву, короче. Давай мне там штрудель, мудель, ну, короче, ты понял. Короче, я беру все, сила Таноса. Я покупаю вообще все. Да, погубай, короче. Так. Замечательно, у нас будет полный холодильничек. Так. Ну что, Николай? Так. Как у вас дела? Как еще погода? Николай? Азаза. Ну вот, Николай. Коля, Николай. Кого хочешь, выбирай. Каравай, кого хочешь, выбирай. Короче, сила и Таноса. Ты что, Кольку сила забрал? Сила и Таноса. Вернул. Все на месте. Ладно, пошли. А сейчас снова забрал. И снова нет, вернул. Нет, не трогай, вообще клонировал, ма, смотри, их теперь двое. Не нужно, чтобы их было двое. Нифига, Майя, крутой, да, по-моему? Как Танос, бро. Да, все, последние мозги чувствую, высасывает, уже разговаривает как-то не так. Так, ма, я чувствую, что-то не так, да? Так, ну-ка. Так, уворачивайся. У меня осталось всего лишь чуть-чуть бензина, поэтому мне хватит, только надо ехать, давай как поторопимся. Значит, ма, давай доезжаем. Да, вот мне как раз хватает, только надо ехать. Капец вообще. Только надо ехать. Ну ладно, короче, значит, все, мы, значит, день провели, что-то он медленно идет, короче, ну-ка, оп, ну-ка, побыстрее, о боже, перемоточка времени. Все, отлично. Мы трое суток, получается, ходили в магазин, да? Да, все, вы все, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк. О, господи, короче, ребятки, лайк. Силой Таноса. Силой Таноса лайк, силой Таноса подписочка и силой Таноса комментик. Ма, да? Я думаю, Людочке надо дать эту перчатку. Как думаешь, что она сможет сделать? Не, ни в коем случае. Я думаю, перчатку надо отдать мне. Нет, надо отдать мне. В общем, пишите в комментариях, кому перчатку. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока! А всем пока, тебе клуб и зимасиму, мама. Мама, что это было, ма? Не знаю. Oh, Lord.